Всем привет, с вами канал Супер Тюнинг, и сегодня мы с вами будем делать тюнинг проект мотоцикла Harley Davidson Custom Chopper Cruiser 2011 года. Вот он, наш красавчик, посмотрите на него. Честно, это просто красавец. По-другому я ничего не могу сказать. Итак, давайте посмотрим, что мы можем сделать для нашего мотоцикла. Мы можем поменять ему его вот эти вот диски. Конечно, они сами по себе и так прикольные, как вы видите. Но посмотрим, что мы можем еще сделать. Вот, мы поставили вот такие вот, как вы видите, более, не знаю, не цветочками, а пиковыми тузами диски. Сейчас давайте посмотрим, что еще мы можем поставить на этот мотоцикл. Вот, я нашел вот такие вот замечательные диски. Так, интересно, можно ли покрасить именно диски каким-нибудь цветом? Давайте попробуем. Вот, смотрите, какие диски мы сделали. Мы покрасили диски в красный цвет. Так, ладно. Теперь, что мы здесь можно еще нам поменять? Так, фара. Фара, давайте посмотрим. Вот у нас стандартная стоит фара. Можно ли что-либо изменить в этой фаре? Вот, я поставил вот такую вот фару, более затемненную, более закругленную. Так, теперь зеркала. Зеркала, я, конечно, хочу поменять еще вот эти вот два зеркала. Давайте посмотрим, что можно с ними сделать. Вот такие вот зеркала я поставил под тип наших дисков, посмотрите. Просто такие вот прелестные зеркала. Итак, продолжаем тюнинг нашего чоппера. Так, напомню, это Harley Davidson Custom Chopper Cruiser 2011 года, и мы продолжаем его тюнинговать. Так, теперь мы приступим к тюнингу вот этих вот наших выхлопных труб. Я думаю, и их нужно сделать по типу. По типу наших колес. Давайте посмотрим, что мы можем сюда поставить. Вот, вот такие вот будут тоже замечательные выхлопные трубы у нас. И теперь, что еще мы можем здесь поменять? Ну, давайте. Я думаю, наверное, сидушку можно посмотреть. Давайте посмотрим сидушечку на наш хард. Итак, вот такая вот у нас сидушечка вышла замечательная на наш Harley Davidson. Так, что же здесь еще возможно сделать? Итак, ждем. Так, вот такая вот сидушечка, как вы видите, прошитая желтыми нитками, довольно-таки интересная. Итак, вот такой вот интересный у нас получается наш Harley Davidson. Напомню, это Harley Davidson Custom Chopper Cruiser 2011 года. Так, что еще нам можно поменять? Ну, я не знаю, сейчас мы будем смотреть. Так, что мы можем еще сделать с нашим мотоциклом? Ну и главным атрибутом нашего мотоцикла все-таки, наверное, является бензобак. Можно попробовать поменять его немножко, изменить. И, в принципе, ну, еще много частей, которые можно менять. Можно радиаторы поменять, рессоры, все. Но мы, наверное, поменяем с вами только бензобак и на этом закончим наш тюнинг. Итак, посмотрим, какой же бензобак можно поставить на этот замечательный мотоцикл. Итак, вот мы поставили свой бензобак с еле заметными полосочками. Его, конечно, можно поменять. И давайте тоже поставим его красным цветом, к примеру. Я думаю, будет вот отлично. Смотрите, как сразу будет смотреться автомобиль. Это мотоцикл наш Harley Davidson. Итак, давайте попробуем поменять опять же вот эту радиаторную
решетку или защиту, я не знаю. Давайте тоже попробуем ее сделать красненькой. Вот, смотрите, какой отличный у нас все. Теперь давайте, кроме всего этого, поменяем. Так, что это у нас? Тоже поставим красным цветом. Так, выберем такой же цвет, как для колес и всего остального. Так, смотрим, что у нас получится. Итак, так, ну же, перекрашивайся наш. Так, не хочет перекрашиваться. Почему-то не хочет краситься. Так. Вот такой вот у нас получается наш Харли Дэвидсон. Довольно-таки, ну как сказать, экстравагантный. Очень даже экстравагантный. Итак, что мы можем еще сделать для этого мотоцикла? Ну, в принципе, я не знаю. Он и так уже выглядит просто супер. Итак, наверное, подберем красивый фон для этого мотоцикла и будем заканчивать на этом наш тюнинг проект. Вот такой вот у нас фон для нашего мотоцикла получился. Просто красавец мотоцикл, честно вам скажу. Мотоцикл выглядит просто замечательно. Хочу вам напомнить, что это был тюнинг проектов мотоцикла Harley Davidson Custom Chopper Cruiser 2011 года. И на этом мы будем заканчивать свой обзор. Всем пока, подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие тюнинг.